Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый весенний сезон, который продлится с 19 по 26 сентября. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Quartz Regalia, а за прохождение на 80% Porsche 550. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Porsche 906, а за прохождение на 80% Porsche 911 GT1. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня опытный в уличной гонке «Новый город» Эдинбурга вы получаете Porsche 718 GTS. За первое место против драйватаров уровня опытный в весеннем чемпионате сообщества вы получаете Honda Prelude 94 года. За первое место против драйватаров уровня опытный в спринте у Darrow & Water вы получаете Lotus 2.11. За первое место в чемпионате весенних игр вы получаете Renault Clio Forza Edition. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном спринте в Лекерском лесу вы получаете Porsche 917 под номером 23. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти сезонные выходки. Первая выходка называется водопад White Water. Это знак опасно, в котором вам необходимо набрать 170 метров. Выполняется легко на любом управляемом и быстром автомобиле. Ну а я прошел это испытание на Hoonigan RS200. Следующая выходка называется «Широкие поля». Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать 176 км в час. Здесь подойдет управляемый автомобиль с хорошим ускорением. Я прошел это испытание на Hoonigan Ford Fiesta. Последняя выходка называется «High Street». Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 367 км в час. Здесь вам понадобится автомобиль с хорошей скоростью. Ну а я прошел это испытание на Koenigsegg Regera. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется 3.11 час. Для его выполнения вам понадобится автомобиль Lotus 3.11. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Совсем спятивший». Для его выполнения вам понадобятся скоростные участки, а потребуется вам набрать суммарно 9 звезд за скоростные участки. Следующее испытание называется «Шашечки». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать идеальную технику на грани пола 15 раз. Ну а для выполнения этой техники вам необходимо пролетать мимо проезжающих автомобилей. Последнее испытание называется «Би-би, я еду». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику «Проща» один раз. Но выполняется эта техника в гонке. Вам необходимо скомбинировать технику бок о бок и на хвосте. Проще говоря, вам необходимо удерживать машину за соперником и после обогнать его. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарную фуражку за 100 очков и легендарную кепку Monster Energy, а также легендарный автомобиль Buick GSX за 500 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это легендарный Alfa Romeo Giulia TZ2 за 575 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!